нам видится важное мероприятие, пройден определенный путь в рамках реализации нашего проекта «Речные променады 3». Разработали проектную документацию и провели самую главную процедуру по определению поставщика. И сегодня мы наше мероприятие посвящено открытию, началу строительства. Уважаемые коллеги, действительно очень важное и значимое мероприятие в жизни нашего города. Мы переходим к очень важной стадии, к технической реализации того проекта. Все прекрасно, наверное, помнят, как все начиналось. Вот, по крайней мере, я точно много лет назад, с момента появления целой этой идеи до момента начала ее технической реализации проведет огромный пласт работы. Наверное, многим он не заметен, но действительно сделано очень много. Это и огромнейшее количество встреч, переговоров, принятия решений. Замечательное событие в жизни нашего города. Пожелать дальше нашему городу процветания и реализации всех намеченных планов и проектов. Спасибо. Коллеги, добрый день. Очень приятно видеть вас всех, присутствующих здесь, и тех, кто смотрит нас в онлайн-формате. Но начать бы хотел с слов благодарности и руководству программы, и нашим старшим партнерам из города Нарвы, потому что я прекрасно помню нашу первую встречу, наше знакомство, те поставленные задачи, которые было необходимо делать, даже, наверное, с опережением графиков. Как сказал губернатор Ленинградской области, за ближайшие 5 лет Ивангород действительно должен преобразиться, стать настоящим форпостом, въездными воротами в нашу страну, в нашу Россию. И я уверен, что данный проект, реализация его, станет действительно одним из ярких событий для развития нашего города. И люди, которые приезжают в нашу страну, в Россию, они всегда смотрят направо и видят величественную Ивангородскую крепость, а теперь еще смогут посмотреть налево и увидеть действительно интересную, комфортную набережную, освещенную, современную. Побед в реализации этого проекта. Ну, а с подрядчика будем спрашивать за качество, потому что у нас действительно в городе очень много объектов, которые много-много веков стоят и радуют нас своей красотой, архитектурой. Мне бы хотелось, чтобы и променадная набережная тоже простояла долго-долго и радовала нас своим видом, своим комфортом и своим уютом. Спасибо. Это и оценить, и похвалить, и сказать, что вы просто молодцы. Вторая город должен стать форпостом при въезде в Россию. Я бы назвала это визитной карточкой, потому что визитной карточкой является целый проект «Речные променады 3». Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать от имени Комитета Ленинградской области по туризму, который является ассоциированным партнером в данном проекте. Реализация данного проекта, конечно, будет в том числе способствовать и развитию туризма на данных территориях, в Ивангороде и Нарве. Поэтому мы поддерживаем, будем оказывать и оказываем поддержку данному проекту и желаем подрядчикам успехов реализации. Мне выпала большая честь от имени района поприсутствовать на данном мероприятии и поздравить вас с таким знаменательным событием, мне кажется. Мы сегодня приступим к реализации видимой материальной части данного глобального проекта, я так считаю, федерального масштаба, не то что даже районного или регионального. Я думаю, что мы получим достойный объект, достойного качества, в нужный срок. Я думаю, подрядчик выбран достойный. И полученный объект займет важное место и достойное в сфере туризма. Только спасибо за оказанное доверие. Для нас этот объект очень значимый, интересный. Работа будет выполнена качественно. Поздравляю вас с началом. Наклейку команда 47. Это команда, которая объединяет единомышленников развития Ленинградской области, в частности Кингисеппского района. Поэтому у меня есть такая же наклейка. Я уверен, что вы вольетесь в
команду 47. Действительно очень достойно, с хорошим проектом, с хорошими идеями. И станете достойным членом нашей большой дружной семьи. Конечно же, это визитная карточка нашего города, потому как рядом находится пункт пропуска, рядом находятся государственные границы, все прибывающие в город Ивангород туристы первым видят именно вот это место, где мы сегодня с вами находимся. Поэтому очень здорово, важно и значимо для города Ивангород дальнейшее продолжение променадной зоны от действующего до моста Дружбы. В дальнейшем, конечно, в части касающейся дальнейших перспектив, обсуждается в рамках совместного проекта, это дальнейшее продолжение променада от моста Дружбы и дальше. Вот. То есть, в принципе, можно сказать, что диалог уже идет на сегодняшний момент. Но все подготовительные работы уже проведены, вот, подрядчик выбран, и сейчас мы приступаем к строительно-монтажным работам, которые должны завершиться через 2 года. Ну, надеемся, что завершатся гораздо раньше. Ну, я могу сказать, что проект действительно высокое имеет социальное значение, даже, я бы сказал, международное значение, потому что тут дополнительная ответственность заключается в том, что все-таки идет реализация международной программы, и мы, как говорится, в авангарде. Здесь мы не должны подвести ни муниципальное образование города Ивангород, ни Несебский район, ни Ленинградскую область, соответственно, ни Российскую Федерацию. Этот объект новый, интересный. Значит, делать страсть качественно, однозначно. Вот, аналогичные объекты, ну, это все, в принципе, оно идет как бы устройством. Устройство мы постоянно этим занимаемся. Трудностей особо я с ней вижу. Вот, как бы, это работы знакомые, вот, и поэтому и пошли на данный аукцион. Вот, на я работаю, стараюсь выиграть, ну, в принципе, выиграем. Будем что, строить качественно и главное, что все. Конечно, безусловно, подобные проекты, инфраструктурные проекты очень важны, поскольку мы приграничный город, мы имеем богатую историю, мы имеем историю взаимоотношений с городом Нарвой. В советские времена мы понимаем, что это было единое пространство. И реализация сейчас таких проектов, безусловно, это шаг навстречу, это создание единого пространства. Несмотря на то, что границы есть, тем не менее, жители Нарвы, Ивангорода, ходят друг к другу в гости, могут посещать, в том числе и прогуляться по набережным, как с одной, так и с другой стороны.